ваш никуда, но мы не отдадим без хранения. Мы вас смотрим, не согласны, что они ваши, не вопрос. Платите нам хранение, охрану. Конечно, будет. Мы собственник. Мы собственнику отдадим пешку или пешку, известно, для ударения. Ваш генеральный доверенец, вы не собственник. Генеральный доверенец, вы не являетесь собственником. Собственник, чек по тех паспортам, по паспортам, и его перепись пешку оплачивают. Мы все смотрим, мы согласны, что они ваши, и так далее, и так далее. Оплатим хранение, ну, равно, в рамках проведення слідчих дій проводиться виїмка автомобіля Mercedes S600 і автомобіля Chevrolet Corvette, які належать Роману Богдановичу Зварічу. СБУ хоче передати ці автомобілі власнику. При цьому Служба безпеки не віддає майно, яке використовується в господарській діяльності третіми особами, чим порушує їх права на отримання прибутку, в принципі, на господарську діяльність, яку вони ведуть. Другими словами, людей залишили без хліба, а Mercedes S600 ми маємо передати в першу чергу. Дякую. Ми йдемо? Так. Хто йде? Так. Смотрите. Ну пошли. А де то? Щоб не помещення вже проблема. Привіт, я буду прийняти. А на що, на його нема? Я так розумію, не на крові прийняти. Все просто, мені просто модель машини. Так, всі учасники, будь ласка, підійдіть. Базар, Онищук, Дмитрій, будь ласка, підійдіть.
Можно его опечатать? Я думаю, мы опечатаем склад. Склад, вот отсюда смотрите. Нам были открыты, ничего же. Аккумулятор. Нет, так он должен механическим ключом закрываться. Любая машина без аккумулятора закрывается механическим ключом. Механические двери. Закрывать. Уже чехол. Ходьте до мене, всі учасники, будь ласка. Сережа, Олег, подойдите, пожалуйста. Сережа, Олег, подойдите, пожалуйста. Зараз власник ще набили. Чехол який був. Ми гвоздьом ему слово з трьох букв там не напишем. Не знаю. Можу написати вікно, випить, напишу, що хоче з тої сторони. Ну так іншується, не. Ну, я там уж окно вибивати уж точно не буду. Вони до вас друзі і піво спершили продавати. А докинув локатора? Що? Давай, закривай. Алло. Ну, рахунок виставимо, хватить. А ми не команду. Дві ставки. Дві як мінімум. Ну, решение вы приняли. И минимум. И самое надежное. Одна может порваться. А смысл? Не, на этих воротах они же не ездят. Давайте сумму его и на Nissan. Так. Участники, подходите. Но по довідки из сервисного центра, он хозяин. Эксперты какие-то. Конечно, за хранение застоял. Идите сюда, пожалуйста, участок. 12:35, следствие для завершено. Зараз ми всі проходимо до адміністративного приміщення ПАТО «Т», адресою Чистяківська, 20. До того підемо, чи тут що на вході, до якого підемо? Да. Чистяківська, 20, здесь же нічого ні. Ні, ну тут ще є ще одне приміщення. Окрім тих зауважень, які були сказані всередині під час проведення огляду і доповнень, ще в когось щось є, окрім того, що вже було сказано. Тобто ми зараз все це зафіксуємо в протоколі. Так, крім того, що я, ну, як не дуже зважний, ми віддаємо счет, оплату, хто забирає. Ну, це ми вже говорили. Да, про це, так. Да, це ми вже говорили, про це все вже ми казали. Прикручу. Да. Так, от у вас ніколи це не працює. Ребята, ну ми не будемо сильно, щоб не зарвали. Ні, сильно не затягли. Петрович, а з тої сторони територія АТЕКа чи ні? Нет. Ну, я имею в виду с тыльной стороны этого. Нет. Нет, нет, это не территория. А что, думаете, не разбирали? Вот я уж точно не буду ее разбирать. Вот лично я уж точно. Ну-ка, что у нас? Нормально. Сейчас. Так надо спутать номера. Естественно. Давай а, подожди, не-не-не. Они будут вписаны в протоколе, и все это будет записано. Петро Петрович, да. Давайте ще одну. Давай, давайте, прийдемо. Петрович, только знаете, как сделаете? Знаете. Так, у нас не было никаких размечтений, никаких этих. Мы одну сделаем свободненько. Да-да-да. Не так нам сейчас свободно было. Не-не, ну сейчас свободно. Да. Все. Господа. Олег, пройдемте. Проводишь? Вы со мной проедете. Не-не-не, я пройду. Вот сегодня у нас 24 мая.
Вот по времени у нас без 22, то есть без 20:14, мы закончили следственные действия, а именно какие? Следователь СБУ осмотрел помещение, где находятся три автомобиля. Один Mercedes, вот 600, S600, второй Corvette и третий спортивный Nissan. Значит, эксперт из сервисного центра автомобильной инспекции осмотрел эти машины по Мерседесу. Номера на кузове и техпаспорт, который находился в Мерседесе, совпадают. Подделок каких-то там визуально он не обнаружил. Что касается Корвета, техпаспорт отсутствует на него. Вот, но согласно довидке из сервисного центра номера совпадают с довидкой, да, но техпаспорт отсутствует. Nissan есть техпаспорт, и никаких отклонений от, так сказать, то, что указано в техпаспорте, номера кузова и так далее, тоже эксперт каких-то разночтений не видит. Вот. Что касается этих машин, по Мерседесу и Корвету их собственник Богдан Романович Зварыч, согласно техпаспорту. Что касается Ниссана, то там собственник господин Пешка, а от него есть генеральная доверенность на Богдана Романовича. Вот. На сегодняшний день предварительное решение принято, поскольку эти машины не относятся к уголовному делу, которое находится в производстве у следователя. Вот, то следователь только вскрыл помещение, которое было опломбировано по его указанию, и также его опломбировал назад, и дал доступ собственнику и эксперту, чтобы они осмотрели, что на машинах нет ни повреждений, ни перебиты номера. Собственно, так и получилось. Машины в идеальном состоянии, номерные знаки соответствуют, никаких тоже, как я уже сказал, выше перебитых номеров мы тоже не увидели. Вот. Вопрос был в следующем. Собственник и по третьей машине, по доверенности, он же Роман Богданович Зварыч, обратился через следователя, чтобы Прототек ему вернул его, так сказать, автомобили. Вот я, как представитель Прототек по доверенности, Мазур Анатолий, хочу сказать, что принято решение следующее, что мы не против собственнику что-либо отдать, поскольку частная собственность – это краеугольный камень, незыблемый любого государства и правового в том числе. Вот. Но машины стоят 8 месяцев на территории частной, да, приватного акционерного товарищества. Вот. Они охранялись охраной, которой, так сказать, выплачивалась зарплата. Они охранялись в том числе и постами, чтобы с ними ничего не случилось, где были задействованы сотрудники Прототек. Поэтому Богдану Романовичу будет выставлен калькуляция за, так сказать, по рынку, да, определимся, какая сейчас стоимость по крытому стоянке в сутки, да, для автомобилей. После того, как он оплатит этот счет, вот, то машины будут ему повернены, да, то есть мы вернем эти машины. Также хочу особо сказать следующее, что нам деньги от этого господина не нужны, вот, и мы заключим договор с детской юношеской командой АТЭКа по хоккею, и пусть он благотворительно перечислит туда деньги, даже не через нас мы сделаем договора, чтобы дети могли тренироваться бесплатно, чтобы дети могли комплексно поесть, чтобы мы могли сделать выезд детской команде, где тренируются детки там, от 5 до 10 лет из малоимущих семей. И после того, как вот эти деньги будут перечислены на расчет, вот, на расчетный счет этой детской команды, да, вот тогда мы эти машины вернем. Потому что бесплатно оказывать услуги по охране, по стоянке, покрытой в том числе, мы как бы этому господину Богдану Романовичу не собираемся.